готовы к посадке. Телеметрические данные в норме. Посадка проходит в штатном режиме. Начинаем снижение. Сработал датчик давления. Как слышите меня? Приказываю прекратить посадку! Что это? Вы это видите? Сегодня в 5:30 по московскому времени на поверхности Марса произошла катастрофа. Представляете себе, что произошло? Мы даже не знаем, сколько ему жить осталось. На фоне изоляции, сенсорного голода, возможно, появление галлюцинаций. Наш космонавт жив, здоров, и мы сделаем все возможное, чтобы его спасти. Защититься от этой правды — это уничтожить тебя.